На площади флага развернулась выставка самых интересных активностей, которые предлагали школьникам на каникулах на площадках нашего двора. Это музей занимательной науки, здоровья, творческие мастерские и спортивные турниры. Все лето в Сочи работали 147 площадок нашего двора. Школьные дворы и дворы многоэтажек стали настоящим центром притяжения детворы. Там для них работали аниматоры и волонтеры, развлекали детей и учили чему-то новому. На площадке на Лысой горе, например, юных сочинцев приобщали к искусству, показывали спектакли и театральные постановки. Братья с ярмарки придут и подарки принесут. Именно эту площадку по итогам лета отметили как лучшую, организованную управлением культуры. И у нас проводились театральные представления, концертные программы, выступления. Мы посещали с ними музеи. Экскурсия в театр была зимний наш, конечно. Гости к органу ходили, зал органной и камерной музыки. А еще отметили лучшие площадки от образования, спорта и молодежной политики. В подарок отличившимся не только благодарность от главы Сочи, но и денежный сертификат на развитие проектов. Ну а проекту мэра Сочи «Площадка нашего двора» в этом году уже 10 лет. Задача этой площадки, их у нас 147, это организовать отдых деток таким образом, чтобы вы могли заниматься спортом на этих площадках, чтобы вам могли приходить в гости интересные люди города. Я всем желаю вам счастья в новом учебном году. Уверен в том, что вы набрались здоровья, отдохнули хорошо. Ноу-хау этого лета детей с площадок и школьных лагерей организованно водили на море. Родителям часто некогда, а воспитатели и тренеры просто не могли взять на себя такую ответственность. Поэтому в этом году морские ванны утром и вечером дети принимали под пристальным вниманием врачей и спасателей. Среди награжденных много у нас было представителей этой доблестной службы, потому что, конечно же, обеспечить безопасность детей на воде без этой службы практически невозможно. Поэтому мы действовали в очень плотном контакте при соблюдении всех строгих правил безопасности пребывания детей на воде. А еще дети ходили на экскурсии и в походы, посещали школьные и трудовые лагеря. Всего в Сочи этим летом организованным отдыхом охватили почти 60 тысяч детей. Это почти 99% от общего числа юных сочинцев. Сил и энергии после таких каникул теперь уж точно должно хватить на весь учебный год. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.